Всем привет! Сегодня мы едем в Киевские Валы. В общем, по горочкам покатаемся, там 60 километров, небольшой маршрут. Но вот как всегда с погодой, наверное, что-то не очень везет. Опять туман. Что-то камера, короче, выделывается. Вроде бы заряжал. Походу, такая погода ей не особо по силам. Прошлой зимой восьмерка нормально работала. А этой еще даже не зимой, а уже начинает выделываться. Туманище. Так вот, едем мы в Валы. Должен быть хороший маршрут, должны быть апчики. Что-то мне это напоминает. Но здесь дистанция маленькая, поэтому мы точно проедем. Озеро круглое, которого не видно. Короче, сори за картинку. Протереть камеру даже не могу. Тупо потеет. Мокрое стекло прям покрыто влагой. А протереть куртка, кофта, штаны, короче, все тоже немножко влажное. И протираешь, и оно только разводы получается. В общем, заехали мы от круглика. Заехали тягунчик такой и попали, так сказать, на космос. Вот, капельки везде. Смотри, я больше. Нормально. Смотри. Да, сегодня Тёмыч и Виталик есть. А то они так в кадр до этого еще не попадали. Не, Тёмыч попадал. Хоть какое-то озеро видно в тумане. Это сейчас будет такой апчик хороший, да? Ну это же, да, кусочек, как мы ехали, Тарасовы. Он же тоже отсюда взят. Заехали в Подгорцы. Сейчас будет апчик хороший. Ну вот, созрели на магазинчик. Заехать перерывчик сделать. Может быть, кофейку выпить. Конечно, нехорошая идея выпить кофе перед апчиком. Пульс может зашкаливать. Но если потом потихонечку заезжать, то нормально. Вот. Сейчас, если встретится магазин, будем делать пит-стопчик. Потому что потом... возможно, аж где-нибудь в Ходосовке остановиться. Ближе, даже не знаю. Какая тут красивая школа. Здесь мы идем в магазинчик.
есть перед апчиком прям. Что, в магазин? Эти мискаскинска, сейчас Путина называем, Путина клиническая операция сделала Америка, да? Путина оригинал не виноват, запоминай. Два Путина, один еще нормальный пацан, сделан Путин, да? А один антихрист, понял? То есть Путин, чтобы Россия, это не Путин, лице у него не Путин, это Путин на лице его только стоит, а один другая людина, понимаешь? Да что ты, черт побери, такое несешь? Все сложно, блин. Антихрист, это Россия, князь тьмы ебаный, что войны делает ему. Вот, сколько людей погибло невинно. Там мне Господь подсказывает, и Бог подсказывает, так что Путина, Путин оригинал не виноват. Я же себе второй взял. Он честный президент. А то антихрист, что клинит, Америка дала, блядь, черная мафия, блядь, операцию сделать. Что им лице поставили, Путина, блядь, лице поставили. Это не сказка, эти сказки не говорю, понимаешь? Рай лучше, не... Бог сказал, иди узкими, Господь сказал, иди узкими воротами, а не широкими. Потому что широкие ворота до погибели ведут. Не золото, а життя вечно получит лучше. Иди сюда. Наркотики не будет, а ты слава Богу. Але тут не можем, потому что я сам живу. Где? Победите все, я не хочу. Поток сознания, короче. Я не знаю, я тоже заповеди не выполняю, я не говорю там. И там выполняю четко. 10 заповедей, потому что если одну заповедь не выполняю... Настроение, конечно, тут подняли. А еще не на сам закон, Боже. Ой, как вы с собой живете? Брат, не в том дело, я говорю, что все это будет, по, как должно быть, все будет написано. Как будет землетрясение, наводнение и все с ним. И вам счастливо. С Богом. Вы тоже знаете? Ой, это просто капец. Короче, уже как пристал. Бедный Веталь, пока вы были в магазине, Веталю больше всех досталось, конечно. Поехали отсюда. Ну, классические подгорцы, конечно, отменяются. А у нас маршрут ведет сюда. А здесь, походу, апчик прям торчище. Смотрите. Фу. Ого. 18 показывает. Короче, где-то 18-20. Вот это торч. Что теперь? Теперь вниз и классические подгорцы, да? Спуск 12%. Отлично. Значит, будет апчик потом. Ой, как тут красиво. Класс. Лужа испортила весь спуск. Заезжаем в Ходосовку. Здесь тоже будет апчик такой. Ну, уже не так, я думаю, подгорца был самый большой. Из градиента. Торчков вроде как не должно быть больше. Этот маршрут очень удобен тем, кто живет на правом берегу. И ближе к теремкам. Всего 60 километров, очень прекрасный маршрут для тренировки.
вот и Ходосовка, и озеро, и Дот, и мы. И едем дальше. У нас, кстати, сколько осталось? Никто не в курсе? Блин, у меня опять из-за навигации... 13,7. О, 13,7. Через 13,5 мы будем видеть финиш. Да, не понесли. Потом же еще до Магеллана. Туман. Туман. Финиш не увидел. Хоть немножечко туман развеялся, и то хорошо. Уже хоть камера не потеет так. И очки тоже. Но местами все равно где-то вот поднимаемся наверх, то тумана очень много и ничего не видно. А внизу, в низинах, вот даже чуть-чуть развеялся. Вы видите это? Впереди. Какой торчок. Это прекрасно, сейчас будет. А ну-ка, ваши лица. Торчище? Никак. Смотри, сколько у тебя там более точно показывает, а то у меня глючит. Градиент какой будет. Ого, хорош. Тут уже сидя не проедешь. Ах, только радиовышка. И торчик под названием Торчище. Фух. Смотрите на это лицо, полное удовольствие. Это же кусочек моих легких. Это человек счастлив. Вы понимаете? Он счастлив. Вот это лицо счастливого человека. Загнанной собаки. Ну, вы как-то рано остановились. Там, по-моему, еще чуть-чуть вверх. Чуть-чуть, я не против. Кто такой уже, да? Второй раунд. Сейчас покаяться. Поймал. Водопой. Любуемся видами. Которых не видно. Любуемся видами, которых... Не видно, да. Можно доходить. А, нет, ну там чуть-чуть домики вот видно, кстати. Хотив. Дальше у нас после Хотова Феофания и финиш нашего маршрута. Смотри, съезд. Ой, страшно. Вот наш маршрут закончился. Но нам еще, конечно, домой ехать, но сам маршрут задуманный. Мы проехали 60 километров. Неплохие апчики были. Некоторые очень даже неплохие. Вкусные. Мы очень счастливые были, когда заезжали. Почти выплевывали все, что есть в легких. И сами легкие. А теперь к Магеллану. И разъезжаемся домой. Виталю больше всего повезло, он на машине. Погнали.
Короче, пока-пока. До следующей встречи.